Встреча деловых возможностей Herbalife Nutrition. Меня зовут Нарышкин Алексей, проживаю в городе Уфа, Башкортостан. Вот уже более 6 лет я являюсь индивидуальным предпринимателем и совместно с единомышленниками мы строим бизнес в сфере здорового образа жизни. Нашим генеральным партнером является транснациональная компания Herbalife Nutrition. При построении своего бизнеса мы используем самые инновационные технологии, и наше мероприятие проходит на базе облачной конференции платформы Zoom. Мероприятие это имеет особое значение для каждого гостя и для каждого участника, и цель сегодняшнего вебинара заключается в том, чтобы донести до вас ценности нашего бизнеса, показать на живых примерах, как можно достичь своего успеха через достижение других людей. Как можно, помогая другим людям, можно в первую очередь помочь самому себе. Что нужно для стартапа? Какие первые шаги нужно предпринять, чтобы начать строить свой бизнес на местном, региональном, международном уровне и в будущем наслаждаться финансовой независимостью? Усаживайтесь поудобнее. Давайте наслаждаться нашей удивительной атмосферой. Участники всех наших мероприятий уже не просто коллеги, а скорее одна большая семья. Думаю, встреча деловых возможностей сплотит нас еще больше, что позволит нам и дальше эффективно работать плечом к плечу. На благо, не побоюсь таких высокопарных слов, нашего общего дела, мы делаем мир более здоровым. Это где? Ой, я тебя потеряла. Я запускаю демонстрацию экрана. Следите, пожалуйста, за своими микрофончиками, которые находятся у вас в углу экрана. И перед вами слайд, который показывает. Который показывает, на что в современном мире люди тратят огромные деньги. На основные так называемые большие сегменты. Ну, во-первых, это первое питание, конечно. Здоровье. Конечно, одежда. Конечно, отдых. Техника. И если посмотреть вот на этот огромный круг с высоты птичьего полета, сразу станет ясно, что среди основных расходов питание и здоровье – это как раз те самые ниши, которые прочно занимают, уже находясь несколько лет на первом месте, наша компания. Это те ниши, в которых мы находимся очень активно, и сегодня во время презентации вы еще отметите для себя, насколько эффективно. Буквально готовясь к этому мероприятию, наверху. Я выписал для себя, потому что это запомнить невозможно, я прочитаю по листочку. Каждый год наша компания является признанным лауреатом во многих, ну, многочисленных премиях. И вот 2020 год чем ознаменован для нашей компании? Во-первых, Herbalife Nutrition, золотой призер премии «Гарантия качества 2020». То есть наша компания была удостоена сразу трех золотых медалей в номинации «Здоровое питание» международного конкурса «Гарантия качества 2020». Церемония награждения победителей прошла 4 декабря. Более подробно об этом спросите у своих знакомых, наставников, кто вас сюда пригласил на эту встречу. В этом году у нас вышел новый совершенно уникальный продукт – протеиновый коктейль «Куриный суп». Так вот, этот «Куриный суп» завоевал премию «Время инноваций» 2020 года. Мы опять победители в премии «Товар года 2020». И также признание европейским мониторингом всемирной маркой номер один признаны все продукты сбалансированного питания нашей компании. И вот сегодня транснациональная компания Herbalife, а также те продукты, которые она выпускает, являются брендом номер один. Я зачитал сейчас факты, документально зафиксированные которые, так ведь? Это по данным различных мониторинговых компаний, которые рынок исследуют в разных позициях. Позиции потребления продуктов, позиции, как продукты дают результаты и так далее. И вот есть авторитетное мнение, что мы бренд номер один, и к тому же мы занимаем более 30% мирового рынка. Ассортимент нашей продукции включает в себя как возможность контролировать свой вес, как возможность снижать вес безопасно и эффективно. Это вообще наш конек. Неспроста к нам прилипло такое словосочетание компании «Похудин». Но мы помимо того, что людей худеем, мы еще улучшаем у них самочувствие, улучшаем здоровье. У нас шикарные результаты есть на программах набора веса. Наши консультанты – это не продавцы баночек. Мы ведем людей до результата. По вторникам у нас проходят курсы сбалансированного питания.
Так вот, какие удивительные истории коррекции веса звучат на этом курсе? Обязательно узнайте у тех, кто вас пригласил вот на эту встречу «Деловых возможностей», как попасть, где взять контрамарочку, чтобы пролезть вот на эти курсы сбалансированного питания. Я думаю, для вас одно место найдется обязательно у вашего консультанта. И вот на одном из занятий КСП мне вот тронула, позвучала удивительная история Юлии Романовой. За 4 месяца минус 15 килограмм девушка убрала. В этот вторник проходило занятие, все были шокированы новым результатом Оленьки Тайфук. Минус 14 килограмм за 2 месяца. Оговорюсь, что все результаты индивидуальные могут различаться. Так вот, помимо улучшения общего самочувствия, у нас есть шикарные целевые программы, например, для поддержания здорового сердца. Это очень важная тема, потому что кровоток, кровяное русло постоянно двигает внутри нас питание, питательные вещества, которые нам нужны для каждой клетки организма. У нас невероятные спортивные достижения, целевые программы для улучшения спортивных результатов. У нас бомбическая линейка просто продуктов по уходу за кожей. Кстати, можете прямо сейчас написать в чате, что вас привлекло, почему именно вы пришли. И сразу пишите город, откуда вы. Кто-то, может, пришел сбросить вес, кто-то набрать мышечную массу. Кого-то заинтересовала возможность изменить, улучшить просто свое питание, понимать, что наше питание не удовлетворяет все потребности, то, что есть сейчас на полках магазина, потребности нашего организма. Кто-то пришел получить новый уровень энергии. На индивидуальной консультации я все чаще и чаще слышу, меня коррекция веса не интересует. Люди стали настолько более осознанными, они приходят и говорят, мне не важно, сколько стоит программа питания, любая цена подходит, мне надо быть очень эффективной на своей работе. Молодежь поджимает, и чтобы удержаться на этой должности, надо много энергии, а я истощена. Пишите, кто-то, может быть, хотел решить какие-то прям серьезные проблемы по здоровью и пришел вот на эту встречу, кто-то по самочувствию, кто-то здесь для спорта увидел какие-то наши спортивные победы, кто-то ухаживает за кожей. Есть, наверное, и такие, кто просто пришел за компанию. Очень интересно узнать причину, по которой вы здесь. Посмотрим вообще, кто и зачем пришел. Факты о компании Гербалайф, и это уже совсем не шутки. Мы более 40 лет на рынке. Представительство компании находится более чем в 94 странах мира. Кстати, есть развивающиеся страны. В августе месяце к нам присоединился Узбекистан. Было очень торжественное открытие. Сегодня у нас на конференции присутствует независимый партнер из Ташкента. Есть очень развитые страны, такие как Израиль, Швейцария. Вот особенность этих стран. Они очень хорошо поддерживают производителя. И поддерживают только своего производителя. Так вот, наши продукты компании Гербалайф, это же США, Соединенные Штаты, и вот в этих странах позволено продавать наши продукты. Почему? Именно потому, что качество. Не случайно нам дали премию «Гарантия качества 2020 года». Непревзойденное качество продукта, непревзойденная вот безопасность и эффективность нашего продукта. Эти страны, там, ну, они процветают, умные люди там, видимо, живут, так ведь? И все они понимают, что желательно для своей страны иметь хорошее здоровье, для своих граждан. И вот Гербалайф представил научно обоснованное внутреннее и научно обоснованное внешнее питание косметической линии, то есть питание для нашей кожи. Огромные современные производственные мощности, отлаженная логистика доставки. И вот это все наша компания, с такой гордостью я об этом говорю, которая учла все основные моменты. Качество, стабильность, шикарные результаты. И все это абсолютно реально и ни в коем случае не мистика. У нас 4 собственных научных центра инноваций для самостоятельных работ. И работаем мы с ведущими мировыми учеными и специалистами. Это высококачественное, очень точное соблюдение технологий, 5-ступенчатый контроль качества. Все это обеспечивает результаты при использовании продукции. Вы можете в чате даже поставить плюсики, для кого из вас очень важно качество. Кто из вас не хочет покупать кота в мешке, а именно вам важно, вы настолько себя любите, настолько цените свое здоровье, понимаете, вот насколько оно важно. И вам важно, что вы используете, и важно, чтобы получали достаточно хорошие результаты. И, получив эти результаты, не боялись за то, что с вами произойдет через определенное время.
Мне это очень важно. За меня, пожалуйста, плюсик тоже поставьте. Более 300 ученых работает над качеством, безопасностью и совершенством нашей продукции. Перед вами вот это ученые, они представляют страны всего мира. Конечно же, это Дэвид Хибер, профессор, человек, который возглавляет научно-консультационный совет компании Herbalife Nutrition. Он президент Института питания. 5 раз признавался лучшим врачом Америки по результатам независимого экспертного голосования. Разные специалисты вот перед вами. Луи Гнара, Нобелевский лауреат. Представляете, в нашей компании свой собственный Нобелевский лауреат. Российский рынок представлен Аллой Шилиной, Вячеслав Захаров, молодой питерский специалист клиники экстремальной медицины. По-моему, все в него влюбились, да, как он только пришел. Ну, удивительный человек. Вот. Очень большой профессионал в своем деле. И многие другие спецы из разных стран. Эти люди совместно работают над усовершенствованием продукта, постоянно что-то новое у нас выпускается, качество, конечно, они смотрят, безопасность. И самое главное, они смотрят за результативностью. То есть более 300 различных ученых работает по самым серьезным вопросам, самым насущным. Независимые партнеры постоянно проходят обучение с участием ученых, лидеров, руководства компании. Мы получаем самую последнюю информацию, и это очень круто, потому что сегодня своими знаниями с нами делятся лидеры, ученые различного рода. Компания организует обучение как на местном, так и на региональном и на международном уровне. Вот перед вами на слайде такое мероприятие. Конечно же, непосредственно самые первые свои шаги начинающие независимые партнеры делают с кем? Со своим персональным наставником. Но где такое еще возможно? Тем человеком, который, может быть, вас пригласил в этот бизнес. Может быть, позвал еще только сегодня на эту встречу первый раз. Наставник, который после этой встречи, может, уже завтра проведет вам первый мастер-класс по бизнесу, расскажет маркетинг-план нашей компании. У нас есть свои посланники бренда. Кто такие посланники бренда или по-другому амбассадоры называются? Амбассадор – это вообще независимое лицо. Он не работает на окладе, не сидит в компании Herbalife. Это человек, который реально своим образом жизни пропагандирует что-то очень ценное, важное, то, чем могут пользоваться другие люди. С гордостью представляю вам олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина. Наши любимые спортсмены, их даже представлять можно было не представлять, так ведь? В Европе это, конечно же, Криштиану Роналду, известный, потрясающий парень, который все добивается своим трудом, который делает какие-то невероятные, потрясающие вещи на футбольном поле. Компания разработала специальный продукт, шикарнейший продукт Гипотоник CR7 Drive. Это продукт разработан для спортсменов, чтобы во время нагрузки и после не терялась лишняя жидкость, чтобы не терял вот силы этот великий спортсмен. Компания спонсирует около 200 спортивных мероприятий, профессиональных спортсменов, спонсирует команды со всего мира, в том числе 70 элитных европейских спортсменов. Они получают энергию, чтобы из наших продуктов и могут максимально вот хорошо заниматься с полной отдачей и получать победы какие-то. Да? Почему люди отдают предпочтение продуктов именно нашей компании? Это полезно. Во-вторых, это вкусно. В-третьих, эффективно, проверено, просто, удобно и выгодно. Сегодня порция коктейля на российском рынке стоит дешевле, чем, например, пойти и купить какой-то завтрак или выпить чашечку кофе на заправке. На европейском рынке это тоже недорого, потому что одна порция Формулы-1, а это еда в стакане, полноценная еда, мультивитаминная, высокобелковая, идеально сбалансированная. И вот это полноценное питание стоит меньше 2 евро. Сегодня любая чашка кофе и булочка стоит больше 2 евро в европейских странах. Отдыхали с семьей за границей, вот наш продукт только и спасал от разорения по питанию, потому что было не все включено у нас, а только завтраки. Вот. Но и очевидно, что результаты, которые вы видите, результаты, о которых вы слышали, вы, может быть, именно поэтому и пришли сюда познакомиться с нашей компанией по той причине, что, скорее всего, вас поразили результаты. Как это возможно, чтобы люди так хорошо себя чувствовали, так превосходно выглядели и не соответствовали своему фактическому возрасту? Это же невероятно просто.
Возможности компании Herbalife Nutrition. Ну, во-первых, это возможность быть здоровым, жить лучше. И есть такая прекрасная возможность, я думаю, она тоже многим интересна, это заработать дополнительный доход. Возможность получения дополнительного или постоянного дохода. Компания Herbalife представляет нам такую возможность, а уж дальше наше дело, воспользуемся мы этим шансом или не воспользуемся, да, получать дополнительный или есть такая возможность получать постоянный пассивный доход. Это когда вы получаете деньги в то время, когда не работаете. Например, во время сна или отдыха. Кстати, ограничений по поводу того, сколько именно вы будете зарабатывать, здесь просто нет. Зависит только от вас. Ты заработаешь столько, сколько хочешь зарабатывать, нет потолка. Вкалываешь – зарабатываешь, не вкалываешь – не зарабатываешь. Все просто. Следующая возможность – развивать свой бизнес в сфере здорового образа жизни. Сейчас мода на здоровый образ жизни бьет рекорды по популярности, и это очень здорово. Люди интересуются не телевизором, не пивом, а тренажерными залами, фитнесом, правильным питанием. Мы с вами великое дело делаем, и мне безумно приятно развивать свой бизнес в сфере здорового образа жизни. Это очень благоприятно сказывается не только на экологии, но и на демографии вообще в целом. И в целом на благополучие страны как следствие. Следующий пункт – возможность работать из дома по собственному плану. Работа из дома и по собственному плану. Свобода, так ведь? Какая свобода? Отпуска нет. Но, тем не менее, я в любой момент могу взять и не работать. День, два, неделю, две. По сути, меня никто не заставит работать. Да, я потеряю, может быть, где-то в деньгах. Но возможность такая есть, и эта мысль сильно мотивирует. Мне не обязательно ждать отпуска, чтобы куда-то уехать. Я могу слетать в любое время, куда угодно, и не только вот в свой пресловутый отпуск. Работа по своему плану – это, пожалуй, самый важный плюс работы на себя. Особенно работы на себя в интернете, так как рамок практически нет. Кроме того, работая на себя, ты занимаешься любимым делом. А если ты занимаешься любимым делом, это довольно сложно назвать работой, так ведь? Нет дебила начальника, который бы выносил мозг. И, кстати, это тоже очень важный фактор, ну, для меня, по крайней мере. Ты сам решаешь и планируешь, что и когда делать, только ты знаешь, как лучше, и только ты рулишь всем. Следующая возможность – уделять бизнесу столько времени, сколько сможете. Это тоже очень важно, это то, что отличает Herbalife от работы от звонка до звонка. Вы экономите свое время. Ведь жизнь в работе на чужого дядю за оклад, пусть даже с процентами, она пролетает мимо вас. И вы можете вкалывать, отрабатывая каждую копейку или создавать видимость бурной деятельности и ненавидеть себя за это. А вот я как вспомню, как унизительно отпрашиваться или брать больничный, когда начальство каждый раз смотрит на вас, как на заправского симулянта. При работе в партнерстве с нашей компанией, с Herbalife, вы и только вы сами себе босс. Вас никто не может уволить, вас никто не может лишить премии. Компания не узурпирует ваше время и силы. А компания является очень надежным деловым партнером, всегда поддержит, поможет избрать выигрышную стратегию. Мы это здорово ощутили, вот как в магазине «Лента» в продуктовом есть слоган такой, под крылом сильной компании. Вот за период пандемии, сейчас вот этого 2020 года тяжелого, мы ощутили, что мы под крылом сильной компании. Мало того, что мы работали, да, ну как бы на свой карман, работаешь, получаешь деньги, так тебя еще компания доплачивала, чтобы поддержать в эти трудные месяца. Самому не верится. Давайте рассмотрим, как функционирует традиционный бизнес. В отличие, например, от нашего, есть производитель. Он продает товары по оптовым ценам, потом есть какой-то мелкий оптовик, потом прослойка на местах, которые развозят на несколько магазинов конечным потребителям. И вот эти традиционные продажи, в них заложены очень большие накладные расходы. Потому что каждый вот из этого звена, последний вот клиент, каждый посредник хочет заработать деньги на клиенте. Herbalife Nutrition входит в ассоциацию прямых продаж. Бизнес прямых продаж – это что значит? Вот здесь написано, никаких посредников и очень низкие расходы.
только есть компания, есть независимые партнеры, Herbalife Nutrition, и есть конечный потребитель. Вот вся вам цепочка. А независимые партнеры абсолютно адекватные люди. Это вот мы являемся независимым партнером. Используя продукты, все очень просто. Получай свой собственный результат. Носи значок. Я сижу в значке, вот, да? Без значка, как голый. Или просто рассказывай людям. Делись с ними радостью от своего неповторимого результата. Делись результатами, которые получает твое окружение. Говори это, значит, рассказывай людям про возможности, про то, как можно изменить свои привычки питания. Я вот сейчас сижу и говорю вам про эти возможности, про возможности дополнительного дохода. Вот и все. Самые простые вещи. Гербалайф, конечно, не получится работать спустя рукава. Сразу на берегу скажу. У нас есть очень хорошее выражение. Если вы делаете вид, что работаете, Гербалайф делает вид, что платит деньги. Да, потрудиться придется, но есть и очень хорошая новость. Наш бизнес имеет инерцию. И еще, трудиться самому в одиночку вам не придется. Под крылом сильной компании. Все под крылом уже опытного наставника в рамках нашей вот этой инновационной эффективной системы и в рамках нашей стремительно растущей организации. Деятельность независимого партнера можно подразделить на два основных направления. Первое направление. Это мы рекомендуем и продаем продукты питания, то есть создаем базу клиентов. Второе направление перед вами на слайде. Это мы создаем команду единомышленников. То есть доводим до довольных клиентов информацию о деловых возможностях. Они также когда-то посетили вот эту встречу деловых возможностей, которую представляет компания Herbalife. И вот клиенты становятся независимыми партнерами. Ну, либо сразу кому-то предлагаем возможность подписания контракта, то есть сразу возможность стать независимым партнером. Доходы в Herbalife. Здесь есть прямые продажи клиентам. Это розничный доход. То, что вы зарабатываете сразу себе в карман, такие моментальные деньги, классные. Оптовый доход – это разница между вашей скидкой и скидкой вашего нижестоящего независимого партнера. Здесь есть также авторские гонорары, третий пункт. Есть еще бонусы, есть годовые бонусы, всевозможные признания, отпуска. И еще очень-очень много всего интересного, что заложено в маркетинг-план. Какие преимущества вообще статуса независимого партнера? Вот то, чем мы гордимся очень. Во-первых, это гордо, как я уже сказал, да? Потому что сегодня, ребят, все нуждаются в дополнительной информации. Сегодня блогеры в соцсетях, всевозможные фитнес-тренеры. В общем, только ленивый сегодня не пытается рассказать, что такое правильное питание. Неоднократно наверняка сами встречали это в соцсетях. Но, как правило, вот эти люди пользуются одной и той же информацией, которая ничего общего не имеет с тем, что требуется нашему организму, что требуется каждой клеточке нашего организма. Не то, что мы едим каждый день, а что именно требуется. Независимые партнеры проходят обучение у лучших экспертов. У нас лучшие эксперты по фитнесу, у нас лучшие эксперты по питанию. Независимые партнеры становятся частью команды. То есть появляются новые друзья, есть возможность развивать свою собственную команду, приобретать новые навыки. Самое главное преимущество – это возможность быть партнером вот этого бизнеса большого, глобального, который развит во всем мире. И все это возможно как офлайн, так и в онлайн формате. Представляете, какие возможности? Если вы сейчас за компьютером, посмотрите в чате, какое количество городов сегодня присутствует, и мы делимся вот этой всей информацией, помогаем себе, помогаем другим вести здоровый образ жизни. Мы путешествуем по всему миру, посещаем совершенно новые места, получаем награды, признание за то, что делаем такое полезное дело. Ну разве не здорово? Для чего мы предлагаем возможность стать независимым партнером? Предположим, вы имеете максимальную скидку на продукты 50% в середине квадратика. И первое, что вы начинаете делать, вы создаете свою базу клиентов. На картиночке это слева кругляшочки. Клиент. Вот.
или в процессе создания своего бизнеса создаете базу клиентов, у вас появляется один из видов доходов – розничный доход, который максимально будет составлять 50%. Далее у вас появляется организация ваших независимых партнеров, это посередине, которые приносят вам комиссионное вознаграждение, то есть разницу. Ваша скидка 50%, вот вверху квадратик вы видите, да? Допустим, независимый партнер имеет скидку 25%. Так вот, ваш доход будет 50 минус 25, то есть 25%. Скидку, которую сегодня имеет независимый партнер. Или если у независимого партнера скидка 35%, тогда разница с вашей будет 15%. Или получаете 8%, если у вашего независимого партнера скидка 42%. Ну, в любом случае, это второй вид дохода. И, конечно, вот справа такая картинка, квадратики там уже у всех по 50%, да? Вы можете получать потрясающие, невероятные 5% с трех нижестоящих поколений супервайзеров. 5% вознаграждения за свои услуги. Это уже роялти. Это такие королевские деньги, можно назвать их авторские гонорары. И вот он перед вами, этот волшебный маркетинг-план, который позволяет двигаться по карьерной лестнице. Хочу сказать сразу, что с фиолетовой линии начинаются очень-очень большие деньги. Движение по карьерной лестнице не зависит от чьих-то симпатий, не зависит от чьих-то предпочтений. И с каждой ступени, по которой вы продвигаетесь, вы увеличиваете свой доход. Нельзя, допустим, продвинуться по ступенькам карьерной лестницы и меньше зарабатывать. Это просто невозможно. Продвижением на новую ступень вы зарабатываете большее количество денег. Ну и как стать независимым партнером? Очень простая схема. Первое, что надо сделать, это приобрести набор независимого партнера. Можно сделать как в онлайн-режиме, сейчас все доступно, можно сделать в офлайн-режиме, в разных странах по-разному. В Российской Федерации это 2516 рублей. Вот весь этот комплект, который перед вами на рисунке, там будет у вас лицензия, будет специальная сумка, продукты для первого пользования. И, конечно же, вам бесплатно, бонусом дается наставник, который безвозмездно будет делиться с вами всей информацией, которую он владеет. И очень важный пункт еще – заполнить заявление, приобрести бизнес-набор и начать использовать продукты. Без этого ничего не получится. Есть защита интересов наших партнеров. Это специальный золотой стандарт. В компании существует этот золотой стандарт уже давно. Нет никакого обязательного минимума закупа продукции. Самое невероятное, что если вы приобретаете продукт, и вдруг по какой-то причине что-то у вас не идет, вы можете вернуть компанию и возместить назад деньги. Заметьте, 90 дней для возврата бизнес-набора и 12 месяцев на возврат продуктов действует, которые вы купили и не использовали. Бывают и такие чудаки, покупают, и продукт стоит. Ну ладно, это выбор каждого, да? Модель бизнеса в партнерстве с Гербалайф – это очень успешная модель, которая проверена временем. Давайте сейчас мы послушаем несколько историй ребят, у кого получилось прийти на сегодняшнее занятие. Пожалуйста, только коротко, 1-2 минуты. Я буквально 5 секунд даю на то, чтобы взяли микрофончик, и мы переходим к следующему. Нам хочется, конечно, прослушать много историй, но время не позволяет, к сожалению. Итак, истории наших участников. Дорогие участники, вам необходимо будет назвать свою фамилию, имя, отчество, представиться, возраст, место проживания, сколько по времени вы с продуктом Гербалайф, выросли, не выросли рога, копыта, вот эту всю тему поднять там, да, как бы за время использования, рассказать свой результат в двух словах, частичная или полная занятость компании Гербалайф и доход за последний месяц. И первое слово мы предоставляем Буйских Екатерине. Если Катюша здесь, бери микрофончик. Добрый вечер. Меня зовут Екатерина. Меня хорошо слышно, да? Отлично слышно. Меня зовут Екатерина, мне 35 лет. Я из города Уфы. На частичной занятости за ноябрь месяц у меня розничный доход
был около 4000. Не считала, если честно. Примерно так. Отлично. Самое главное, вот самое главное получить, увидеть свои первые денежки, и тогда понять можно, как заработать еще больше. То есть, прилагая еще чуть-чуть больше усилий, 4000 увидела, дальше будет еще больше. Молодец. Надеюсь, будем стараться. За твоим стремительным ростом, все за тебя переживаем, все будет хорошо и успешно. Спасибо. Вахтанина Светлана, по-моему, на работе сегодня была, не получилось у нее прийти. Света, если вырвалась, то бери микрофончик. Ну, я в двух словах скажу. Светлана из города Качканар, ее консультант Шулаева Ксения. Светлана очень стремительно ворвалась тоже в бизнес, воспользуясь вот этой возможностью бизнес-возможности. У нее уже самое интересное, что бизнес, она еще только начала, только получила свои результаты, но уже у нее есть своя команда независимых партнеров, причем даже в Карелии, за много-много километров от ее города. Вот это онлайн-возможности, которые предоставляет наша компания. Сухарева Елена, по-моему, тоже сегодня... Нет ее, да, Лена? Да, добрый вечер. Ага, Лена сегодня не может присутствовать. Понятно. Еще одна Лена тогда, Лебедева Леночка, супервайзер компании. Леночка, бери микрофон. Это заговор. Лена. Так, бежим дальше. Я здесь, здравствуйте. Ой, я думаю, тебя видел, да. Давай, Лена, рассказывай. Я тебя уже представил. Лебедева Елена, город Качканар. Здравствуйте. Мне 38 лет. Я с города Качканара. У меня мой консультант Шулаева Ксения. У меня доход нынче 65 тысяч. Я довольна своим результатом. Я похудела за 3 месяца 13 килограмм. Я люблю очень продукт свой и сейчас веду свой марафон и через месяц открою свой клуб. Отлично, супер. Леночка, ты на частичной или на полной занятости в Гербалайф? На полной. На полной занятости доход 65 тысяч. Да. Вот имейте в виду, кто на частичной. Молодец. Совсем недавно Лена пришла. Какого числа ты пришла вообще? Просто 22 мая я начала, и с июля месяца уже доход. С 22 мая пришла, вложила в себя инвестиции в себя. Молодец! Вообще молодец. И так стремительно рванула. Борисенко Алена здесь у нас? Всем привет. Да, я здесь. А, меня зовут Алена, мне 30 лет. Я замужем, есть дочка 7 лет. А, после рождения которой появились мои лишние килограммчики. И с компанией меня познакомила моя мама, Шулепова Татьяна, которой я безумно благодарна. Продукт кушают 3 года и 9 месяцев. Мой личный результат за 4,5 месяца минус 13 килограмм. И моя основная профессия – это парикмахер и мастер ногтевого сервиса. В Гербалайф я на частичной занятости, и мой доход 25-30 тысяч. Марин, ты слышала, да, что надо, чтобы 65 получать? Да. Давай ждем на полную занятость. Тарас Шулепова, мама Алены. Всем добрый вечер. У нас тут семейная лига. Меня зовут Татьяна, мне 49 лет. Я из города Уфы. С продуктом я 3 года и 9 месяцев. То есть мы вместе начали, да, с дочкой и продолжаем в том же духе. Но результат у меня... Минус 30, на сегодняшний день, девочки, минус 36 килограмм. Я участвую в марафоне. Так что, да, добиваюсь того тела, в котором не была. Вот.
И я на частичной занятости в компании, уделяю 3-4 часа всего в день. За ноябрь доход 55 тысяч. Супер, мне все нравится. Устраиваю свой день сама и, как говорится, в шоколаде. Всем спасибо. Хамитова Елена сегодня не может присутствовать. У нее там важное очень мероприятие. День рождения сына. Поздравляем ее. Если она здесь, она микрофончик не может взять. Шумно очень дома, видимо. Вот. Хакимова, Ильфат и Лариса. Лариса тоже сегодня, к сожалению, не получилось быть. Нарышкин Алексей. Так. И забыл, с чего начинаю, да. С компанией я знаком с 8 апреля 2014 года. Получил шикарный свой неповторимый результат. Минус 28 килограмм за 6 месяцев. Принял решение после встречи бизнес-возможностей, после поездки на экстраваганзу, открыл свой клуб. На данный момент на полной занятости в компании доход за последний месяц составил более 90 тысяч. Вот, больше 6,5 лет продуктами компании Гербалайф и сам, и вся моя семья. Ксения Шулаева, мы ее поздравляли вот с таким статусом, у нас есть определенные тут такие ступенечки, вы видели их на лестнице маркетинг-плана. Она закрыла шикарную ступень, юбилейный год, активный World Team. И доход за последний месяц составил, у нас несколько видов доходов, все эти запомнили, как бы, да, вот я объяснял по презентации. Чек ей пришел 100, больше 100 тысяч, 101 тысяча, что ли, по-моему, там 100-900, что-то такое вот. И розничный доход составил 60 тысяч. Суммарно за ноябрь месяц Ксения получила 160 тысяч. Вот, и это только начало. Да, можно похлопать. Поэтому без голоса и не выступает. Вот, ну ничего. Выворачивай чего. Линочка Шафикова. Отмечает. Бери микрофончик. Всем здравствуйте. Я Шафикова Лилия, мне 44 года. Я из Уфы. Продуктом пользуюсь с 2012 года, получается 8 лет. Мой первый результат минус 15 килограмм за полгода. В объемах я ушла на более 50 сантиметров. При получении результата увидала возможности бизнеса. Сейчас я на полной занятости, и последний чек, вот 15-го, да, мы хвастались в чате, у меня только чек вышел 131 тысяча, розницу не считаю. Классно! Молодец! Клево, клево. Клево, клево. Я Лилю представлял с выключенным микрофоном, оказывается. Сейчас перелистываю это, я думаю, чувак. Так, тоже еще один наш наставник, Эльвира Озер. Эльвирочка, бери микрофончик, пожалуйста. Всем добрый вечер, меня зовут Эльвира, фамилия моя Озер. Мне 48 лет, в компании я уже 23,5 года. По профессии врач, акушер-гинеколог. Пришла в поисках финансовой возможности, поскольку зарплата врача была всего лишь $30. По сегодняшним меркам это, конечно, ну и по тем меркам было очень мало. Вот. Значит, я нахожусь на полной занятости, и мой доход за прошедший месяц, то есть за ноябрь месяц, у меня 4 вида дохода в компании, за прошлый месяц составил 242 тысячи. Мне очень даже нравится. Нам Ура! Тоже нравится. Молодец! Есть на кого равняться, есть к чему стремиться. Здорово. Чуть выше есть ступенечка такая, миллионер Тим, и на этой ступени находится один из наших наставников, Андрей Тукман. У него не получилось сегодня присутствовать, но я точно знаю, что доход его за последний месяц более 300 тысяч. И есть такая супер ступенечка, такая лакомая, вкусная, куда мы все стремимся, те, кто зашли в бизнес. Это ступенечка президентов. Но даже выше этой ступеньки наши наставники, наши президенты, они сейчас находятся на ступени Charms Club, Игорь и Инна Микибель. И их доход составляет, ну, даже страшно сказать, там
более, по-моему, 3 миллионов в месяц. И самое приятное в этом то, что если ты не истратил за этот месяц 3 миллиона, то на следующий месяц все равно у тебя придет такой же чек или больше, который растет постоянно, и нету никаких ограничений, нету пределов. Что дальше, дорогие участники нашей встречи, деловых возможностей? Ну, первый вариант, можно ничего не менять. Это не единственный сценарий развития события. На мой взгляд, вам, конечно, нужно поговорить с вашим консультантом, с тем человеком, который вас сегодня пригласил вот на эту встречу. Следующий шаг, можно записывать прямо, поговорить с консультантом, оформить договор с компанией, то есть вы становитесь независимым партнером, либо с целью использования для себя вот наших невероятных продуктов питания, либо с целью дополнительного дохода. А может быть, с целью, овладев профессиональными навыками уже консультанта по ЗОЖ, выйти на полную занятость. Определяйтесь четкими целями, планами действий, либо частичная занятость, может так определить для себя, либо это полная занятость. Разные истории вы сегодня услышали. Удобно работать вам здесь из дома, либо работать офлайн, где-то офис снимать, открывать клубы, как наши девочки делают. Начните осваивать специальность консультант по питанию, узнайте у наставника, как это. То есть войдите в систему наших мероприятий, приглашайте сюда своих знакомых, друзей, потому что это очень удобно, это можно как сделать онлайн-бизнес через различные сети социальные. У вас уже сейчас там огромное количество людей в друзьях, или которые просто на вас подписаны и просто за вами наблюдают. У нас есть такой шикарный проект, где как раз вот я заикнулся про овладевание навыками профессии консультанта по питанию. Эти навыки мы обретаем на курсе Академии Успеха для независимых партнеров и супервайзеров. На Академии Успеха вы можете освоить следующие навыки. Как составлять вашу историю личную по продукту, то есть результат по продукту, истории ваших клиентов, истории по бизнесу, составление программ для себя, для члена семьи, для клиентов, как проводить встречи, мы вас научим. Как продавать продукты, как продавать абонементы, если вы офлайн ведете бизнес. Как обслуживать клиентов, как персонализировать программу питания. Дадим понимание плана продаж и маркетинга Herbalife Nutrition. Вот. Перед вами расписание различных видов активности. С нами очень интересно. Ну, во-первых, вы обучаетесь навыкам, узнаете больше о продуктах компании Herbalife на специальном курсе вот Академии Успеха, который идет по понедельникам. Каждый наставник проводит специальный проект, это уже внутри своей команды, это марафон стройности, где за 10 дней вы создаете себе новые привычки питания, получаете свой первый результат. По субботам у нас, приглашаю вас, проходит невероятный мастер-класс, кулинарное шоу, не побоюсь этого слова, где можно разобраться, что может представлять собой наш продукт. Узнать, как его можно пить, как его можно есть, как его можно кушать с ложечки. Его можно использовать как угодно. Все эти варианты мы вам покажем, расскажем. По вторникам у нас проходит курс сбалансированного питания. Это курс для всей семьи. Вас научат правильно питаться до конца жизни. Нам это надо, этот навык необходим. В пятницу, уже завтра, уникальный проект Face Fitness. Если вы поможете одному человеку улучшить качество жизни, вы поможете всему миру стать лучше. К сожалению, подошло к завершению наше мероприятие. Кстати, мне вот что мы делаем, напоминает часовой механизм. Если не достает какой-то маленькой, казалось бы, детали, часы стоят на месте. Также и вот у нас то же самое. Важен каждый участник, важен каждый гость нашего мероприятия. Именно поэтому я в первую очередь хочу поблагодарить каждого из своих коллег за проделанную работу, за поддержку, за то, что брали микрофончики, за ваше выступление. Только благодаря всем нам наша команда, наша компания процветает. Дорогие гости, я уверен, что наши дороги с вами однажды сойдутся в одну. Верю, что... Нет, свои бабки, симки, да? Из этого настроил. Почему? Нас ждет в дальнейшем только процветание, ждут только победы. Удачи вам, любви и терпения. Ну все, пока-пока. Спасибо.